Ивановский троллейбус подстроился под «Ласточку». Ночной поезд из Москвы прибывает на железнодорожный вокзал в 23:48. Уехать на общественном транспорте в это время было уже нельзя. Чтобы жители и гости города могли комфортно, а главное экономично добраться до дома, власти организовали 3 ночных троллейбуса. Второй, третий и шестой маршруты будут отправляться от вокзала в полночь. Электротранспорт доставит в центр города, а также в удаленные районы, в том числе в Кохму. Ночным троллейбусом смогут воспользоваться не только пассажиры «Ласточки», но и все желающие. Напомним, что скоростной поезд начал курсировать до столицы и обратно с 13 марта.